Итак, друзья, и мы продолжаем игру Need for Speed Rivals. Давайте выберем нашу точку старта. Так, нам надо прыжки. Где бы прыгнуть? Так, давайте посмотрим. Гонки на время, погони, перехваты, фоторадары, скоростные зоны, прыжки. Нет, нет, нет. Так, где бы нам прыгнуть? Вот, давайте мы попробуем вот тут сделать. Нет, что такое? Точка старта у нас это уже, что ли? Нет, 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 только нет. Да, задать маршрут. Давайте тогда тут выберем точку старта. Подъедем ближе и попробуем прыгнуть. Как нам и говорится. Итак, друзья, поехали. Так, 2,7 километров до нашего прыжка, я надеюсь. Да, давайте, поехали. Так, давайте по встречной полосе мы проедем, чтобы пройти вот это задание. Так, нам сейчас повернуть надо будет. Один дрифт, 91 метр. А, нам надо попробовать задрифтовать вот так сильно. Так, едем по встречке. Да. Дрифт так и не можем выполнить. Так, ну это задание мы прошли. Сейчас мы прыгнем. Нам надо 5 секунд продержаться в воздухе. Так, 1,4 секунды. Так, как бы нам подняться наверх? А, вот. Вызов на состязание? Нет, 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 спасибо. Все, прыгай. Отлично. У-ху-ху. Да, вот это мы врезались. Так, ну что? Нам еще надо 1,5 секунды продержаться в воздухе. Поехали. И еще немного. Тут нельзя нам прыгать? Нет. Да давайте попробуем, вот, тут вроде можно. Но это мы вообще съехали. Не засчитали нам, конечно. Опять нас вызывают на состязание. Но нам это не надо, так что мы поехали дальше. Вот сейчас мы и пройдем. Нет. Вот это да, мягкое приземление. Так, один дрифт, 91 метр. Засчитают нам этот дрифт? Интересно. Нет, нам это не засчитывают. Так, где бы нам подрифтовать на 91 метр?
Да, так у нас не получается. Давайте мы... Так, это за нами, что ли, началась погоня? Давайте мы посмотрим, где у нас скоростные зоны. Вот. Так, вот тут есть скоростная зона. Давайте, поехали. Вот как раз будем удирать от полицейского и пройдем это задание. А вот мы уже уходим. А нет, погоня продолжается. Блин, не получается выполнить дрифт. И погоня продолжается. Вот там только дрифт начался и сразу же закончился. Опять же нет. Блин. Так, когда же у нас получится сделать дрифт такой мощный? Нет. Блин, не получается у нас. Дрифт на 90 метров. Давайте примем, что ли, покатаемся. Заработаем больше опыта, может. Вот как раз нам надо 7 километров проехать с ним. Yes! 90 метров мы проехали. Уровень погони у нас третий, друзья. Это, наверное, плохо. О нет, вот это мы врезались. Так, а где же этот гонщик? Он уже удрал? А, да, вот он там. Да, как бы мы его догнали. Нет, 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 давай разгоняйся быстрее. Но мы уже приедем вторыми, я так думаю. Нам еще надо проехать 4 километра, но... А, нет, гонщик вот рядом. Мы его сейчас можем догнать, кстати. Вот за нами уже преследуют. Нас хочет догнать гонщик, а фиг ему. Не догонишь ты нас. Как мы ему помешали. Блин, а сейчас нам будет мешать полицейский. Отлично. Пускай за ним преследует он. А мы поедем спокойно. Все, удрали мы от него. Ух, мощный поворот. Так, 1,5 километра нам еще осталось. Гад, смотрите, что он делает. Урод, блин, и сейчас мы проиграем. Что он сделал? Как он нас развернул, гад? А так все классно было, мы были впереди.
Уровень погони 4, друзья. Все, мы приехали вторыми. Ну ладно, так уж и быть. Все равно, я надеюсь, нам опыт дадут. Не просто так же мы катались. Нет, игроки нет. Ближайший пост. Так, уровень погони 4. Нам надо теперь быстренько войти в убежище. Иначе нам хана. Да, если бы он вот тут бы нас не врезался, было бы офигенно. Мы бы приехали первым. Он нас развернул конкретно просто. Так, тут нам показывает, что мы можем срезать, а тут наша база. Убежище наше. Все, отлично, приехали. Сейчас нам дадут новую машину, BMW, по-моему. Так, 40 тысяч опыта. Да, BMW нам дали. Отлично. Глава вторая. Зверь пробудился. Нелегальные гонщики в округе Редвилл всегда старались оставаться в тени. Но после того, как ролик, в котором гонщик обгоняет полицейского, стал популярным, многие начали выкладывать собственное видео. Окружной прокурор уже высказался на эту тему, заявив, что службы правопорядка будут расследовать каждый видеоролик с участием стритрейсеров. И все опознанные граждане предстанут перед законом. Стокгольмский синдром – это когда жертва начинает ассоциировать себя с похитителем. Когда вы начинаете принимать и даже любить тех самых людей, которые подавляют вас. Мы свободны и не терпим власти над собой. Мы не боимся ползти, бежать, нарушать статус-кво. Но однажды все изменилось. Дорога к свободе. Так, теперь нам надо выбрать следующее задание. Шоу продолжается. Ну давайте мы выберем, что ли, это самое сложное получается, так как у нас пока мало технологий. Так, давайте посмотрим наш BMW. Так, по характеристикам он все равно хуже от нашего Форда. Форд просто круче всех. Да, да тут еще долго не будет таких мощных машин круче Форда. Давайте тогда поедем мы на BMW. А, мы еще должны это покупать. Вот так вот получается. Ну тогда нет. Мы сейчас улучшим характеристики. Улучшим силу. Прочность. Управление. Отлично. Все, 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 нам хватит, а то на технологии нам не хватит денег. Так что лучше мы на это сэкономим. Так, которая
Подавитель окружает ваш автомобиль временным полем, которое защитит его от атак и нарушит работу информационных дисплеев других гонщиков, не позволяя им использовать технологии погони. Ну, нет, нет, нет. Что же мы возьмем? Так, давайте мы возьмем турбо. Посмотрим, как он ускорит наш автомобиль. А волна второй уровень нельзя. Да. Ну что ж, начинаем тогда. Находим на карте гонку. Гонка легко. Туннель Sunset. Что ж, начинаем. И сейчас мы пройдем. Быстренько так. Так, начинаем гонку. Так, придите к финишной черте. Первый. 4500 опыта. Гонка началась. Давайте используем турбо. Ух ты. Вот откуда такое турбо у гонщиков. Отлично. Атаки гонщиков с технологией. Использованы круто. Теперь я понял, как они так угоняли быстро, когда я играл за полицейского, и гонщики от меня удирали быстренько. Это у них вот такая фигнюшка была. Нитро дополнительная, ускоренная сила. Так, а так с технологией использовано 2 из 5 пока что. Успешно. 3 из 5. Ой, что-то я засмотрелся на карту и повернул раньше времени. Так, давайте включим нитро. Вот это да. Полицейский вообще улетел нафиг. Круто. Вот это ускоряет наш автомобиль. Это просто круто тенечек. Так, мы пока первые. Можем, наверное, выполнить на золото. Давайте используем нитро. Нет, 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 только не это, блин. Вот мы и врезались. Теперь мы третьи. Были первые, стали третьи. Отлично. Все, теперь так и приедем. Мы третьи. Хотя, кто его знает, вот мы уже вторые. Может, и успеем стать мы первыми. Так, вот тут я скашу немного. Правда, зря, наверное. Ох, что? Куда же я поехал? Уже вообще четвертый стал. Надо было мне сюда заезжать. Так, уже второй. Третий. Так, все, приеду я третьим подходом. Да. Так, ну что, теперь надо возвращаться.
А, мы должны были это за серебро еще пройти. Так, ну ясно, ближайшее убежище. Хотя нет, убежище нам не надо сейчас совсем. Давайте мы тогда... Так, нам надо... Опять же, гонка нужна нам. А, ну, правильно, мы едем. Дальше убежище будет, гонка. Вот этот гонщик, который так гонял с нами. Вот где-то еще пролетает сейчас вертолет, слышно. Отлично. Турбо. Нет, нет, не врезайся. Вот это скорость. Уровень погони третий. 317 километров. Круто. Уже 3 километра нам осталось. Сейчас мы скоро приедем и выполним на серебро. Погоня началась. Ой. Все? А, нет, преследует еще. Посмотрим на этом повороте. Будет он нас еще преследовать. Особенно вот сейчас. Вот это скорость. Вообще шикарно. Погоня продолжается, смотрите. Все-таки он догоняет. Потерял контакт с кодом 3. Кто-нибудь его видит? Вот, отлично. Так, вот и там гонка. Мы уже подъезжаем. Погоня продолжается. Откуда? А, вот тут впереди. Или где? Диспетчер, я потерял контакт с 44. Так, нам надо развернуться. Что ты делаешь, не мешай. Начинаем гонку. Так, серебро, мы должны приехать вторым. Что ж, пробуем. Да, отлично, нас развернули еще. Так, ну мы пока на бронзу сейчас играем. Но мы должны приехать же вторым, поэтому уже критическое повреждение машины. Блин. Надо ее починить. Наведение Эми. Вот урод. Поехали. С дороги починить автомобиль надо. Так, а мы первые, кстати, отлично. Давайте используем нитро. Ух, на таком повороте есть нитро. Нет, ну что ты так врезаешься? Так, сейчас нас этот догонит. Мы используем волну. Перекрыли нам так офигенно дорогу. Отлично. Так, еще один раз нам надо использовать. Мы слышим, как там полицейские выбрасывают ленту с шипами. Не знаю, как мы их слышим, но мы это делаем. Вот мы уже уходим от
других гонщиков. Вот мы даже приехали первым. Отлично. Так, давайте подождем. Отлично, вообще супер. Ближайшее убежище. Уровень погони 5. Ух ты. Так, поехали нам. Всего лишь 1,5 километра. Давайте используем нитро. Отлично. 289 километров. Ах, там надо было прыгнуть. Так, где же тут мы сможем спуститься? Ага. 2 километра, нетушки. Офигеть. Вот теперь сразу уменьшились километры. Где нам показывало аж свернуть, я не могу понять. Мы же тут можем свернуть. Вот и убежище. Уже видно на карте. Все, входим в убежище. 83 тысячи опыта мы заработали. Отлично. Итак, новая машина. Форды. Поднажмем. Так, серебро за событие с уровнем легко. Выполнить удар сбоку по гонщикам 3. И выиграть состязание. Серебро ход прусает. Получить уровень погони 3. И выполнить удар сбоку по полиции 3. Пройдите 5 секунд на скорости выше 266 км в час. Близких столкновений 6. По встречной полосе 1,5 километра почти. Так. Нужно оставить свою карту. Ну что ж, давайте мы все-таки пройдем вот это задание. Давайте мы улучшим характеристики еще. Максимальную скорость увеличим. Разгончик. И все, пока хватит. Давайте персонализацию посмотрим. Как мы можем ее покрасить в какой-то офигенный цвет такой. Так, какой же бы выбрать? Давайте вот этот синий. Возьмем диски, но это слишком темный. Давайте вот такого цвета мы возьмем. Диски, так, полосы. Отличненько, сейчас мы выберем полосы. Давайте вот это мы выберем с цифрой 13. И покрасим его. В такой цвет давайте. Так, давайте применяем. Наклеечки. А, нет, мы же... полосы поклеили, так что наклейки нам уже не нужны. Окраски. Это сразу же готовое нам дают. Нет, номерной знак. Давайте оставим Redview, какой у нас есть. Текст этот же. Итак, Hot Pursuit. Мы должны сейчас выбрать и выполнить его на серебро. Поехали.
Итак, друзья, начинаем. Код Пульсарь. Так, мы должны приехать вторым, чтобы выполнить серебро. Давайте мы выберем сразу наше ускорение. Ах, нам сбил этот гонщик ускорение. Ударную волну. Блин, нам надо повернуть. Ах, я не заметил, смотрел на карту. Так, у нас идет перезарядка. Турбо пока что. О нет. Давай, давай, разгоняйся. Ух, ёлки-палки. Как мы врезались. Блин, ну вот не вовремя я использую это. Контакт 1044. Получай. И ты получай. Отлично. Так, тут мега повороты такие. И вот так вот поворот царапаем. О, получаем. И опять же мы царапаем все подряд. Толкнули-то и сами, правда, врезались, но нас-то не так жалко, как гонщика. Так, давайте мы наберем быстренько разгончик. Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас случилось? Почему постоянно, когда я использую вот это нитро, всегда, блин, я должен в кого-то врезаться? И вот, смотрите, меня уже все обогнали, уже на четвертом месте. Осталось 2 километра проехать, а я на втором месте. Гонщик разбивается, вот так мы его разбиваем офигенно. И так этот гонщик сам своего сбил. Отлично. Так, 1,5 километра надо вот так же продержаться. Было бы просто офигенно. Дороги! Не мешай нам, нам еще осталось 500 метров проехать. Мы выполним вообще на золото. Нет, 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 только не врезаться. Давай, 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 давай. Отлично, золото, друзья. Так, уровень погони второй. Удар в сбоку мы выполнили. Уровень погони третий. Теперь нам надо войти в убежище. Давайте мы выберем ближайшее убежище и поедем быстренько туда. Прячемся. Вот мы едем по встречной, и нам нитро больше сейчас дают. Если мы переедем по правой полосе, то нитро нам не дают. Прием.
Все, мы вошли быстренько в убежище. И сейчас мы получим нашу награду. Сорок тысяч опыта и новую машину. Шевроле. Классная машина. Так, разбить полицейскую машину и золото за перехват. Уже видите, нам надо золото. На первых заданиях уже золото проходить. Я должен пересечь свою черту. Давайте выберем тогда. Так, а давайте посмотрим наш автомобиль новый. Шевролет. Да, но он так себе не очень. Вот давайте, когда мы вот выиграем вот этот Porsche, мы купим его и будем его улучшать на максимум. Да. Ну что ж, теперь на этом мы закончим эту часть. Всем до скорой встречи, пока. Смотрите следующую серию.